Вот так продолжается день памяти Виктора Цоя. 15 августа 2020 года. Латвия. Место гибели. Уже вечер, но народ прибывает и прибывает. Кто-то уезжает, кто-то приезжает. Концерт идет полным ходом. Впечатления незабываемые. Очень рада, что приехали. Чувство единения, великолепное чувство испытали благодаря Виктору. Светлая память. Прекрасный жаркий день, и вот сейчас налетели тучки, и идет мелкий ласковый дождик. Не хочется уезжать. Очень хорошо было. Концерт будет идти до вечера. Помнишь, ты снимал, как я заел шаг к юному киноману? Сегодня подходит ко мне, короче, дядька. Мужик, говорит, а тот малыш. Да ладно! Слушай, ты говоришь, ты заел шаг. Да, я говорю, шаг попал.